Кстати, Альберт, а откуда такое имя? Вас в честь кого-то назвали? Это достаточно, мне кажется, редкое имя в России. У меня мать татарка. Так. Поэтому, может быть, и Альберт. А это татарское имя? Ну, это интернациональное имя, поэтому все равно. У вас мама и папа работали вместе, насколько понимаю, да? Или нет? Ну, если так сказать, что у нас в городе одно градообразующее предприятие, оба... Металлургический завод. И оба работали на металлургическом заводе, то, в принципе, работали в одном месте. Понятно. А вы, кстати, мы когда последний раз были на родине, на своей малой? Год вы расскажите, где вы родились? Я вообще родился в городе Чусовом, это Пермская область. Да. Воспитывали меня, как спортсмена воспитали в детско-спортивной школе Олимпийского резерва «Огонек». Вот. Мой первый тренер — Юферова Тамара Геннадьевна. Потом у меня было много тренеров. И Митрофанов Владимир Николаевич, и Чикишев Игорь Николаевич. В общем, так у нас там плеяда тренеров. Просто так получилось, что Тамара Геннадьевна меня какое-то время вела, потом мы с ней не сошлись как бы характерами. Так. Вот. А потом я перешел к Митрофанову, работал с ним. Вы не сошлись с характером, я понимаю, вы подростком были когда? Ну, все равно у меня... Сколько, в 13 лет вы начали у нее тренироваться? У меня не самый простой характер. Я к этому как раз... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».